Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, геометрия 7 класс, автор Мерцеляк, задание 714. В треугольниках ABC и DEF известно, что угол А равен углу D, угол B равен углу E, высоты BM и EK равны. Докажите, что ABC, треугольник ABC равен треугольнику DEF. Итак, запишем условие кратко. Нам даны два треугольника ABC и DEF, и в них угол А равен углу D, угол B равен углу E, и высоты BM и EK равны, значит, BM и EK, EK – это высоты. И они равны, BM равно EK. И нам нужно доказать, что треугольник ABC равен треугольнику DEF. Так, ну проведем эти высоты. BM, вот эта высота. И ЕК во втором треугольнике тоже высота, и они равны. Тогда первое, что мы сделаем, мы рассмотрим и докажем, что равны прямоугольные треугольники АБМ и треугольник ДЕК. Ну, эти треугольники прямоугольные, потому что в первом угол М, во втором угол К прямые, прямоугольные. Так, что нам известно? Ну, BM равно EK, это по условию. А угол А равен углу D. То есть у нас получается, что ну, BM – это катет, угол А – это угол, лежащий напротив катета, и в треугольнике DEK тоже катет EK, соответственно, равен катету BM, и противолежащий ему угол D, он, соответственно, равен углу А. Таким образом, мы имеем место признака равенства прямоугольных треугольников по катету и противолежащему острому углу. Формулируется этот признак так. Если катет и противолежащий острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равен катету и противолежащему острому углу второго прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны. То есть треугольник АБМ равен треугольнику ДЕК. А в равных прямоугольных треугольниках равны соответственно катеты и равны гипотенузы. Напротив прямого угла М в треугольнике АБМ лежит гипотенуза АБ, а во втором треугольнике гипотенуза ДЕ, и соответственно они соответственные стороны треугольника, и значит они равны. Ну, в равных треугольниках прямоугольные гипотенузы равны. А теперь второе. Вот теперь мы, собственно, рассмотрим треугольники ABC и треугольник DEF. И DEF. Так, AB – это сторона треугольника ABC, и она, соответственно, равна стороне DE треугольника DEF. Это мы только что доказали в первом пункте. По условию угол А равен углу D. Это по условию. И по условию же угол B. Ну, давайте запишем, что все-таки угол ABC, потому что у нас появилась высота BM. И значит, у нас получился дополнительный луч из вершины B. Чтобы было ясно, какой треугольник ABC. И он равен углу DEF. DEF. Это, соответственно, по условию угол E. Эти углы равны, это тоже по условию. Тогда у нас получается, что сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам второго треугольника. Следовательно, выполняется второй признак равенства треугольников по стороне и двум прилежащим к ней углам. И значит, эти треугольники равны.
ABC равен DEF. Но это нам и требовалось доказать, что и требовалось доказать. Поэтому задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.